Но por esta culo se polo cantarte y a la canipo. День выходной. Мы с семьей отдыхали на природе. Мы жарили шашлыки. Кстати, вот они. Уже вечер. Моя мама отдыхает. Я решила приготовить к штукам рис. Для этого мне понадобится стакан риса, 2 стакана воды, немножечко соли, а потом я добавлю по вкусу масло. Нам поможет кастрюля сетер. Насыпаем рис. Наливаем воду. Для наливания воды можно использовать 1 стакан. Ставим на маленький огонек. Ждем, пока стрелочка термоконтролера доплывет до середины зеленого поля. Это займет примерно 15 минут. Прошло 15 минут. Рис сварился. И стрелочка дошла до середины поля. Отключаем ее. Крышечку нельзя открывать. И мы подождем, пока будет работать дно кастрюли. Прошло еще 15 минут. Можно открывать крышку. Добавляем масло. Это подсолнечное? Сливочное. И тщательно перемешиваем. По-моему, рис у меня получился. У меня получился рис. Какая умница. Должна получаться гречка.